Кстати, рекомендуют еще лимонной кислоты добавлять. Но я не думаю, что... Думаю, она тут будет лишняя, потому что я сейчас попробовал листок щавеля. Он очень кислый. Да, да нет. Ой, не боюсь. Я из мороженого ранила на улице, и Ну, хоть бы не рассказывала зрителям. Да, ну, что он кислый-то? Так, ну ладно, щавель будем... Щавель рекомендуют резать каким-то образом. Я поедаю с щавелем. Вкусно? Очень. Но лимон вкусней. И тут лимон. Правда. Какими-то длинными, но я думаю, что заморачиваться не будем. Будем резать его просто. Спасибо. Очень вкусно. Вообще, конечно, первый раз я делаю зеленый суп. Я еще суп. Да? А люблю ли я готовить сам? Да, люблю. Представьте себе, мне нравится готовить. Я в этом процессе вижу акт творчества. Вот. Ну, для меня, конечно, важно знать рецепт блюда. Вот. Но я никогда не соблюдаю точно какие-то там пропорции, допустим, сколько нужно воды, сколько нужно какого-то продукта в граммах. Все это для меня абсолютно не важно. Вот. Для меня важно, чтобы продукты эти сочетались каким-то образом. Вот. И остальное... Ну что, хватит, наверное, столько зелени. Еще. По-моему, надо еще немножко. Чутье мне говорит, что нужно еще немного. Ну, я вот эти корешки сюда не хочу бросать. Как-то. Просто я думаю, они в супу не будут очень так смотреться. Вот. Как видите, зелень я собираюсь вводить в самую последнюю очередь. То есть как бы зеленью я только заправляю блюдо. Вот. А варится оно вот в том виде, в котором оно сейчас там варится. Щавель я купил, вот этот пучок, за 30 рублей. Так, ну ладно, картошка должна быть уже по картошке, как говорится. Надо судить. Вот что это, процесс кипения, бурления, блин. То усиливается, то уменьшается. Сейчас надо ввести туда соль.
повар Альбатрос. Соль пошла. Нет, главное не переборщить. Не случайно. Будет чуть-чуть недосоленая, чем пересоленая. Я соль уже, в общем-то, туда бросал немножко. Ну, я думаю, достаточно, плюс еще будет кислота. Так, вводим перец. А, да? Не всегда зависает. Батарейки сели. Ой, хватит. Так, ну что, доча? Заключительная часть какого мармезанского балета? Сыграй, пожалуйста, свою эту, а? А я, ну, доча, а я под это буду закладывать борщ. Давай, доча, это будет классно, пожалуйста. Ну, пожалуйста, доченька, давай. Ну, давай, откроем двери, ты откроешь свою комнату, я открою на кухню, а ты сыграешь жаворонка. Давай, доча, давай, пожалуйста, и все. А потом я разблокирую компьютер. Давай. Так, друзья, итак, мы сейчас под музыку в исполнении Марии Булбалтиной будем закладывать зелень. Чайник запьем. Спасибо, доча. Все? Да. Ты молодец. Так, а у нас есть, доча, этот... Да, ты его кнопочку нажми, эту мелкую, маленькую. О, есть. Вот эту? Угу. Маш, смотри. Листа у нас, а? Не нажми. Не-не, ты нажми кнопку, чтобы перезагрузка пошла. Какую? Ну, маленькую. Какую маленькую? Ну, да. Так, отлично. Селфи с борщом. Блин, обжегся. А, так тебе и надо. Долго еще, не разлетай.
друзья, и все. Так, сейчас сделаем естественное освещение. Вот получился такой борщ. Ой, борщ. Зеленый суп. А какая разница? А чтоб он еще зеленее выглядел, мы сейчас его вот так вот сделаем. О! Вот это настоящий зеленый. Друзья мои, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал об Анапе. Много интересного вы увидите на моем канале. И посмотрите, как я варю лобаня вот здесь. Вот это видео смотрите здесь. Подписывайтесь на мой канал. И вот это видео. Всего доброго, до свидания. Не подписывайтесь, ужасный канал, неинтересный.